Авария произошла на 8-м километре трассы Абакан-Саиногорск в 14:30. Сегодня, по предварительной версии, автомобиль Ford Fusion под управлением пожилой женщины выехал либо с обочины, либо с прилегающей территории и попытался совершить разворот. Женщина не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем Skoda Yeti, за рулем которой находился 45-летний житель Абакана. Здесь, когда ехал, поперек полосы выехала машина с правой стороны. Вот, скорее всего, с прилегающей территории. То есть не уступили, внезапно вылетело? Да. То есть я его заметил в последний момент. Как бы все. Ну, на тормоза надавил сколько там. Ну, то самое. Практически даже не успел тормозить. От удара Ford Fusion отбросила на противоположную обочину. В автомобиле находились женщина-водитель и ее спутник, мужчина 47-го года рождения. Оба они погибли на месте. В салоне автомобиля Skoda, помимо водителя, находилась 30-летняя девушка. Девушка, находящаяся в автомобиле Skoda Yeti. Пассажирка на переднем пассажирском сиденье доставлена в Абаканскую городскую больницу. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Добавлю, что следствие располагает видеозаписью происшествия с камер уличного видеонаблюдения, однако кадры пока не распространяются в интересах следствия. Дознавателям еще предстоит установить скорость, с которой двигалась «Шкода», максимальная разрешенная на этом участке 60 км в час. Елена Крылова, Станислав Колчинаев, Вести, Хакасия.